Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики наших каналов. Сегодня с вами я, Демастер. И я, Тирасир, всем привет, ребята. И мы будем играть на карте Рим, на которой я играл один раз всего в Эгарс. В Агарио. Надо бы как-нибудь сыграть с тобой в чарочку Петри или в Агарио. Да, давно не играли. Что-то... Я на самом деле только на записи в нее в последнее время играл, так как, ну... Да, не, я в него на стримах еще поиграл. На стримах, ну, да, тоже так, надо узнать, где здесь лутать. Я вот ты вижу здесь еще какие-то. Я вижу здесь железо, где можно бы лутать. Может быть, еще есть какие-то здесь варианты. Да, а железо, то... пока лутать железо, так понимаю, здесь больше кроме железа ничего нет. А, кстати, Костя, смотри-ка, нас 9, а красных 10. А у нас один ливнул с самого начала. У нас распределило 10 на 10, я это заметил. А вот золото здесь можно. О, лутать. Я нашел железо. Здесь вообще рядышком. Да, я нашел золото, здесь никто не лутает. Короче, смотри, нас изначально было 10, один чувак ливнул. Вот, ну в чате почему-то этого не написано, видимо он ливнул до старта игры. Ну, возможно. У нас уже 8, видите, еще один чувак ливнул. Будет тяжело затащить на самом деле вот за таких вот чуваков, которые ливают. Да ничего, затащим. Чувак, уйди, вот это мое золото, собака, пес, рыжий пес. Я, короче, пошел строиться на центр. Уйди отсюда, уйди, пес. Ты так не любишь своих сатимовцев. Так он какой-то пес, он пытается мое золото закрыть. Но золото общее. Это мое золото, уйди! Уйди, рыжая бестия. Так вот, чувак даже без скина, понимаешь, он даже скин не может установить. Ты как бы... Моя прелесть, мое золото. Ладно, даю ему золото, надо уже тоже... Не хватило мне немножко блоков, буквально парочку, наверное. До центра? Да. Ну, там плохо. Такой вообще классный на центре этот, как называется... А, что это такое-то? Генератор? Нет. Ну в Риме... Колизей. Блин, Колизей, ты же что-то меня пугаешь. Да. Не знаю, как Колизей называется, это, конечно. Да я это вылетел из головы. Да понятно. Вылетело из головы. Бывает. У меня часто бывает. Мне каких-то шлемов, видимо, накупил фул шлемов. Вижу, разбрасывается теперь ими. Да, я купил себе железный меч. Так, я тоже, пожалуй, куплю себе брони немножко. О, зачем он дает эти свои шлема? Боже мой, да не раскидывай. Он их не дает, скорее всего, а сбрасывает просто. А он сбрасывает их именно в людей. Он видит, где люди стоят, и им сбрасывает. Мне кажется, сейчас просто выбежит противник через нас и сломает нам кровать. Нафиг, когда здесь стоим, и ничего не делаем. Ага. О, не он кровать, хочет... у нас здесь яйцо, правда, а не кровать. Да, яичко. Яичко, наше яичко, общее. Яичко на 10 человек, это жесть, конечно. Да. О, смотри, всё. Разнесли. Красных разнесли, лол, наш союзник разнес красных. Вот да их убьем, кого их убивать? Все, Миша, вы сейчас изи вин. Что-то как-то легко. Что-то, да, мы сейчас еще и проиграем, прикинь. Сомневаюсь. Да, наш чувак, видимо, знает какой-то баг, или может прикинь, у нас какой-нибудь флайхакер в команде, или что-то прилететь. Все, пошли убивать. Просто так устроим серию Эгварса, где чувак причерл, разнес, а мы такие, типа, это мы затащили. А мы пришли, даже ничего не сделали. Ух ты, здесь алмазики, круто. Там красных много на центре? На центре никого нет вообще. Пошли так красно, у меня этот железный меч, пока у них алмазиков нет. Жди меня, Миша, жди, я иду, мне просто покушать надо. Они без вещей здесь. Кто, красные? Да. Ты обрубаешь им проход? Я их убиваю. Так одного убил, вижу. Так, Миша, отходи назад, отходи, давай. Да, что, погнали? Пойдем. Аккуратно, конечно, но можем умереть, там куча красных, но если мы их всех поубиваем, хотя бы половину, то будет очень круто. Давай от этого я возьму себя, справа убей, справа убей. Там еще один, вижу. Так, справа давай берем его, давай вместе, Миша. Скидывай его. Сейчас он улетит. Все, давай, следующего, пошли. Оперативно работаем, Миша, оперативно. Заходим, так, что, пацаны? Оу, железки, там железки, парень. Железки, это аккуратно. Ой, Миша убьют, меня убили. Ты убил кого-нибудь? Не знаю даже. Ладно, отлично, я резнулся, Миша, ты как? Здесь еще один красный. Да, нормально, мы живем, это хорошо. Я попробую сейчас забраться повыше и отрегениться здесь. Я даже не нашел, где у нас алмазный генератор, кстати, находится. Их осталось все 6. Я сейчас куплю блоков, чтобы застроить нам хоть немного наше яйцо, потому что если его сломают рукой, это будет немного стрёмно, что ли. Нам, кстати, чувак активировал алмазный генератор на нашей базе. Прикольно. Так, я, конечно, дерьмовыми блоками застраиваю, но знаешь, лучше уж хоть какими-то, хотя бы рукой не снесут. Правда, сейчас... Спайдермен был. Может прийти парень сейчас в железке и нам лицо реально поломать жестко. Может, понимаешь? Может. Поэтому нужно что-то с этим делать. Железка, сам понимаешь, это как бы имба. Да, это лучше, чем кожанка. Логично, Миша, логично. Так, еды купим сейчас. Ё-моё, толпа меня зарешала, ну ладно. Надо просто их убивать, у них жизни не бесконечные. Вот они, красный уже в железке бежит, нужно просто его скинуть. Нужно просто пожертвовать собой, но скинуть его. Ну да, один стоит, что-то такое. У него лагает, его тяжело убить. У него лагает, блин. Он нас здесь зажал.
Это да я прошел вроде. Ты прошел, но меня там зажал, давай. Он лагает, конечно, по жизни. Да, и вот я из-за этого я не смогу. Еще один железки, там двое. С алмазным мечом, смотри-ка. Офигеть. Я пытаюсь его забить. Но зачем ты без шмона-то пришел? Ты разоденься хотя бы. Я хочу сейчас алмазы взять и закупиться по-нормальному. Так нам мешает, так у нас алмазы на базе спавнятся, кстати. А, не знаю. Вроде сколько там нужно алмазов, чтобы купить меч? Они убивают нас, они сейчас придут и убьют нас, я не знаю. И там, главное стоять на мостике и пытаться их скинуть, понимаешь, Миша? Главное их скинуть. Они сейчас, потому что если налутаются, будут проблемы реально. У нас, конечно, есть жизни бесконечные, но... Смотри-ка, вроде бы мы как бы выигрываем, а с другой стороны, вроде ничего не поменялось. Да нет, почему выигрываем? Их 4 всего человечка. Да, у нас двое лебнули. Ну да. То есть умер у нас... Да, у нас никто и не умер. А, да. Ну да. У нас никто и не может умереть. Главное убить шестых человек, как можно больше их убиваем, и все, и проблем не будет. Я на их базе бегаю здесь. На их базе бегаешь? Зачем? Да. Алмазный меч стоит 12. Сбросить. Эх, не удалось. Не удалось их сбросить? Да, там был хороший довольно-таки вариант, но не удалось. О, на грунчик. Чтобы купить. Так, алмазы у нас там лутают, пацаны, да? Наверное. Да, вот. Лутают, стоит по одни алмазы. У меня 5 алмазов, я бы мог купить на самом деле. Ну ладно, может где-то еще алмазный генератор, если 5 алмазов бы я его активировал. На центре точно есть. На центре понятно. Блин, тут некоторые места так сделаны, что не пройти из-за горшочка. А здесь палочки, к сожалению, нет волшебной. Хуй. Арабская ночь. Всех спрашивать нет. Нет? не то? Причем здесь вообще арабская ночь? Не знаю. Там восток, все дела, понимаешь? Угу. Здесь ярость и честь, отвага и жесть, что там, не важно. Аладдина пересмотрел. Но было дело, было дело. Да классный мультик, мне не нравится. Ну да, я не говорю, что он мне нравится, прикольно. Понятно. Я сам его смотрел в детстве. Все понятно, Трассеру не нравится. Чего тебе понятно? Это ты сам просто так подумал, что он мне не нравится. А я тебе говорю обратно. Надо было все-таки этих железников, наверное, не бить, когда мы пришли на базу. Надо было больше кожанчиков убить. Потому что кожанчики сейчас заделись в железку. Был один железник, а теперь там их железников куча. Ну да. Ну нет, почему там двое было кожанчиков, когда я прибегал недавно. Если они сейчас оденутся, они все равно всех раскидают. Один в центре пытается меня убить. Он лутает кучу алмазов, у него куча алмазов. Он набежит. Нет, она отстала от меня. Нужно их убивать, я не знаю, что надо с ними делать. Мне же нужно толпой на них нападать и просто забивать, наверное. Ну, нужно, наверное, купить лук. И тогда будет вообще довольно-таки легко с ними справиться. Да, алмазы нужны. А здесь парень наш стоит. Так у них один в кожанке, я попробую его убить сейчас. И лутает алмазики на нашем спавне. Так, я пойду тебе помогу. Так, не, погоди, я сейчас... Бежит к нам, бежит. Я попробую сейчас скинуть одного красного, один красный бежит сейчас по мосту. А к нам я бежит... встречаю. Да-да-да. Давай. Есть, я убил одного красного, Миша. Еще один красный улетел здесь. Отлично. А ты к ним шел, что ли, да? Да, я у них на базе. Вот, один красный с алмазным мечом шел к нам, но его все-таки сбросили. И кожанчик сейчас здесь один, на центре. Ой, меня увидели, Беги. Там железки. Я просто хотел, думал, может на базу закупаться, да? А я подстерегу его на шифте и случайно встал. С шифта. Да что такое? Как я его не убил, блин? Вообще что-то не получается. Ну они один в железку, понимаешь? Очень тяжело. Нет, я кожанчика бил и не смог слить его. Так он сейчас по мосту убежит? Здесь парень всю игру у нас стоит, вот это рыжая. О, кожанчика, давай, кожанчика, отлично убили. И последнего железника, просто забиваем. Забиваем этого железника, у него мало хп, я уже много надамажил. У меня мало хп, Миша, помоги, Миша, да, я его убил! Чем я бы тебе помог? Я не на базе знаю. Стою, вообще... Не знаю! Толком ничего не сделал. Блин, это был какой-то изи, это гварс какой-то, как будто бы у нас были возрождения, а у них нет, понимаешь? Ну, да уж. Ну, лично у меня это полный вообще отстой. Я ничего не сделал серьезного. Не, мы с тобой зашли, убили их, помнишь, много народу? Ну, поначалу что-то было, но... Да, не, нормально получилось. Наверное, такой гвар, знаешь, показан пацанам, как нужно играть просто. За нас союзник все сделал, мы такие, знаешь, это мы. Нет, вот. Здесь от меня было мало проку. Мало проку, да нормально, Миша, нормально. Ты же ходил, бегал, напрягал, тоже хорошо, спейс нам создавал. Угу. Вот, присутствие, ну, просто какое-то дел. Ну ладно, ребят, на этом все. С вами были Демастер и Дарсер. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте под видео. На этом мы с вами прощаемся. Всем удачи и всем пока-пока. Также не забудьте поделиться этой серией, такой необычной. Это лучше не делитесь, она не очень. Она прикольная. Ну, моей можете поделиться. Зайдите ко мне и поделитесь у меня. А моей не делитесь, она вообще не очень. Да ладно, ребят, на этом все. Всем удачи и всем пока-пока. Да, ребята, всем пока.